Сегодня нас отстраняют от работы за отказ участия в медицинском опыте над собой. Мы жители Югры. Мы больше не будем молчать. Мы обращаемся к тем, кто против и кто сомневается и стоит на распутье. Ты не один, нас много. И только все вместе мы можем что-то изменить. Мы не антиваксеры. Мы не городские сумасшедшие, как нас пытаются выставить. Мы уважаем выбор тех, кто согласился на укол. И отговаривать и агитировать никого не собираемся. Мы лишь хотим, чтобы наш выбор уважали. Мы против. Мы против насильственных уколов. Никто не вправе экспериментировать над нашим телом. Мы не подопытные кролики. Никто не вправе. Никто не вправе диктовать нам условия, шантажировать и угрожать при отказе медицинской процедуре. Мы против. Мы против сегрегации, дискриминации общества. Мы против. Мы против нагнетания страха и истерии госструктурами и продажными СМИ. Мы против. Мы против экспериментального правового режима. А вы знали, что он был введен в 2020 году? Мы против подавления воли народа. Мы против подавления воли. Мы в одной лодке. Мы не должны обвинять и ненавидеть друг друга. Свобода – это то, что дано нам от рождения. И нам не нужно разрешение чиновников, чтобы ей пользоваться. Что ты будешь делать, когда тебя заставят колоть детей? А если не согласишься, то их лишат их образования, здоровья, свободной жизни. Что ты скажешь своему ребенку? Я просто струсил? Я ничего не смог сделать? Или я сделал все то, что мне приказали? Какой пример мы показываем своим детям, соглашаясь на эксперименты? Неужели этого достойны наши дети? Это будущее для них, которое нам куют сегодня. Мы против. Мы против цифрового концлагеря. Мы против присваивания человеку кодов и цифровых обозначений. Мы против навешивания ярлыков и перекладывания ответственности власти за свою некомпетентность. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Ищите выход из ситуации. Выход есть всегда. Вместе мы сила. 3, 4. Вместе мы сила. Давайте 3, 4. Вместе мы сила. Во! Ничего, что я просто шевелю губами? Ничего. А соседи не придут к нам сейчас? Ну, они же вместе с нами. Ой, все! Разлось! Все по домам? Все? Расходимся? Всем огромная благодарность!